Всем приветики, вот такой вот у меня вид, не очень-то презентабельный, но что я хочу сказать, то что сегодня маленький праздник в отношении моего канала, то что сегодня 1 декабря, а это значит уже ровно 5 месяцев моему каналу. Вот, развитие идет очень-очень-очень медленно, но я все-таки надеюсь, то что будет когда-то результат, то что я наберу и подписчиков, вот, и просмотры, а так пока похвастаться нечем, вот. Но я думаю, что все впереди. Я понимаю то, что контент у меня неинтересный, так обычная жизнь необычного человека, вот. И также первый день зимы, ура, зима, 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 только вот у нас тепло, совсем тепло, вот. А это вот, кто не знает, если может кто-то случайно попал на мое видео, это последствия после ковида, это я лысею, я подстриглась, когда-то у меня были длинные волосы, а теперь вот такие вот, еще вот полностью прозрачные, я как одуванчик полулысая. Но я что хочу сказать, то, что мне уже полегче в том плане, то, что поменьше стали выпадать волосы. Хотя каждый раз об этом говорить тоже. Но когда я чем-то вот радуюсь, что-то говорю, оно потом меняется снова в обратную сторону. Ну, я в прошлом видео уже показывала, да, чем я спасаюсь. Вот, вот такой вот эсвицин. Вот такое средство. И вот такое вот репейное масло. Фронтальная камера, она не фокусирует. В общем, репейным маслом я где-то 1-2 раза в неделю мажу. А вот этой водичкой каждый день. Вот, но вроде бы уже укрепляет. И что хочу показать. Волосы. Вот. Смотрите, совсем чуть-чуть. Я понимаю, что, может, это и неприятно, но это обычные волосы. Их совсем почти уже, ну, совсем мало. Раньше, когда я расчесывалась, были вот такие клоками. А сейчас вот совсем чуть-чуть. Это меня радует. Поэтому, может быть, у кого-то тоже есть какая-то проблема с волосами. Если кто-то лысеет, может быть, тоже кто-то после ковида, например, или после какой-то, ну, химиотерапии, да, или еще по какой-то, может быть, болезни, то вот это вот средство и репейное масло вам в помощь. Оно, в принципе, и недорогое. Вот, она просто как обычная водичка, я не знаю, будет видно или нет. Просто как водичка, я вот на ладошку и размазываю. Вот, вот такой вот у нас маленький праздник с вами сегодня. Так сказать, день рождения моего канала. Ну, вот. Но полный день рождения будет это 1 июля. Посмотрим, будут ли какие-то изменения, будут ли подписчики до этого времени. Еще, так сказать, 7 месяцев. Вот. Ну, посмотрим. Мне, в принципе, как бы, так сказать, торопиться некуда, но все равно хочется, чтобы были люди, тоже смотрели. Поэтому подписывайтесь для количества. Мне будет приятно, вам не сложно. Ну, смотрите по желанию, кто хочет. Вот. Так вот и спасаемся. На ладошке немного есть волосы чуть-чуть. Но раньше у меня прям полностью черная ладошка была, ну, от волос. Потому что полностью забивала волосами, а сейчас нет. Вот. Это радует. Также, что хочу сказать. Недавно был День матери. Я хочу всех поздравить с прошедшим этим светлым праздником. Вот. И пожелать всем нашим мамам
крепкого здоровья. Это самое главное. Будет здоровье, остальное все приложится. Поэтому крепкого здоровья всем нашим мамам. Счастья, любви, заботы от детей. Сил и терпения во всем. Вот, в принципе-то и все. Волосы я намазала, точнее не то, что не только волосы, а вот саму кожу головы надо, чтобы впитывалось, и голову мыть не нужно. Вот. И пока идет вот такое лечение, восстановление, тоже голову каждый день мыть не надо, где-то дня через 3-4. Вот. Я понимаю то, что если у кого-то жирные волосы, то они становятся грязными быстро, как вот у меня, например, у меня жирные волосы. Вот. И поэтому 2-3 дня и все уже мыть. А у кого-то сухие волосы, вот, например, у моей мамы, кожа головы, как бы она сухая, она не выделяет столько жира, она там не поймешь, мытые, не мытые, как бы всегда чистые. Ну, голову, естественно, мама моет. Вот. Но просто бывают такие моменты, когда вот по болезни, когда вот она в больнице там лежала. Вот, естественно, голову не мыла. Вот. И нормально смотришь, как будто и помытая. Вот. Есть категория таких людей с таким обладанием волос. Вот, все я все намазала. Теперь вот такой вот мелкой расческой все вот так зачесываю назад. И все, потом это все высыхает, оно становится как дерево. Волосы становятся как дерево, такие как будто бы склеенные, но они не склеены. Их потом расчесываешь, и они это снова пушатся. Вот. В общем, такое вот получилось видео, такое вот поздравление необычное. В общем, всем здоровья, всем счастья, всех с праздником, всем благополучия и всем пока.